Эй, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Что могу сказать? Вот все поздравляют с наступающим Новым годом и так далее. Но я решил в этом году сделать по-другому. Ну, точнее, еще в прошлом году, перенеся на этот год, поздравить вас уже с наступившим годом. Да, год для кого-то был тяжелый, для кого-то был легкий. Кто-то совершил какие-то, так сказать, потаенные свои желания и так далее. То есть, как бы, к примеру, я вот долбанный ремонт почти закончил на 95%. Вот. И, как бы, надеюсь, у многих вот в этом году было именно так, что вот они захотели и сделали. Если же это не так, то, надеюсь, в следующем году у вас будет точно так же. Ну, точнее, как в следующем? В этом? Ну, в следующем тоже. Пускай будет. Да пускай каждый год у вас будет именно таким, каким вы хотите. Чтобы вот захотел, сделал. Придумал, сделал. Задумку какую-то вот в голове появилась, и она никуда не исчезла. В общем, что, народ, я хочу вам сказать. Самое главное, не грустить, не переживать, заботиться о своем здоровье. Будет здоровье, будет все остальное. На этом закончим свою болтовню. Поздравительную болтовню. По арку я очень рассчитываю, что я закончу все свои сезончики, и все будет хорошо. Сезончики, ну блин, камон, у меня еще карт сколько модовских. Так что к ним еще вернемся и не раз. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Живите сегодняшним, смотрите в завтрашнее и не забывайте о вчерашнем. Ну а на этом уже все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.